Вот книга, значит, она скоро будет нарисована, и там будет текст Германики, и она будет очень хитрая, она будет вот такая гармошка, в которой, значит, этот текст Валерия Гая Германики, он не про мои фотографии, он, мне кажется, очень хорошо сочетаться, то есть будет тоже опять постмодернизм и эклектик такая. В общем, этот текст будет вот так вот пробит по всей книжке, его, чтобы его читать, надо будет вот так вот страница, значит, ну, то есть он будет, страница будет как бы склеенная, то есть не разрезана. Вот, вы будете вот так вот листать и вот так вот смотреть. В общем, вот такая вот будет штука. А текст будет отвлеченный, никак не связан с моими вторыми. Но я вам расскажу про развороты. То есть, собственно, мастер-класс, вот, в общем, вернусь к мастер-классу. Я читаю три мастер-класса сейчас на данный момент. Это психологический портрет, дизайн фотокниг и айфонография. Вот. И, в общем, и вот эту книжку я показываю как пример, как развороты собирать. То есть, что значит собирать развороты? Это значит, что две фотографии, которые стоят у вас рядом на развороте, должны зажить новой жизнью. И почему? То есть они не просто так рядом. Потому что как бы ваш разворот — это новое произведение искусства. Ну, то есть, как бы была одна фотография произведения, вторая, а вот первый раз, и это новое произведение искусства, то есть третье. И по каким-то критериям это делается. Вот. По каким критериям это делается, я рассказываю на мастер-классе. Здесь я быстренько попробую прокомментировать то, что тут немного разворотов. Вот. Ну вот как вы думаете, что здесь? Давайте я у вас быстро спрошу, что здесь эти две фотографии удерживает вместе? Как бы по какому, как они связаны друг с другом? Волосы. Вот вы видите, белый воротничок. Да, белый элемент вот этот, да, вот он здесь. А потом, ну, как бы у нее тут, ну, руки крестом абстрактно, да? Видите, тут крест тоже, да? И вот еще крест. Ну, то есть, как бы они вот с распростертыми объятиями все. Молодец, Леша, 5 баллов. Ну, а вот здесь? Настроение. Настроение, да. Ну, будем говорить там, не знаю, общий анализ. Но, в общем, везде апокалипсис, и слева, и справа. Вот. То есть, и вообще нам кажется, что это общее место. То есть, что это одно и то же место, в которое просто, да? Хорошо, молодцы. Ну, а вот здесь? Линии. Да, здесь, во-первых, одни и те же цвета используют, цвет, хотя да. Это, ну, не, ну, как бы, случайность, и да? И линии тоже, как бы, вот это, кстати, классно, да? Очень. Это вообще хорошая фотография. Очень нравится мне вообще. Ну, вот это вот простая фотография, ну, понимаешь, что девочка нагнулась, а случился, как называется, павлин. Вот. Плюс у нее вот здесь, видите, рисуночки вторят, на самом деле, всему остальному. То есть, вот. Но вот это еще лучше. Ну, то есть я вот очень ее люблю, но ее как бы без подготовки сложно понять. То есть здесь вот как бы в чем фишка? В том, что вот дерево делит кадр пополам, и слева от дерева и справа совершенно две разные жизни, не связанные друг с другом. А в жизни так не бывает. Ну, то есть если вы сейчас посмотрите, все одинаково у вас вокруг. Ну, то есть как бы картинка одна и та же, а здесь две разные картинки. Ну, то есть, видите, написано разными языками. Ну, то есть, здесь вот полосочками розовенькими, голубенькими, а здесь, видите, совершенно другим. Ну, то есть, да, в жизни очень странно, не бывает. Вот. Ну, а здесь про что? Разворот. Ну, цвет разбирает то, что... Ну, он про одиночество. Ну, потому что тут девочка вне общества, ну, на самом деле, конечно, нет. Но... А этот тоже один, видите, тут торчит. Один торчит. Ну, и красный, конечно, по красному собран тоже. Ну, а здесь вы быстро догадаетесь, что тут полосочки. То есть, вот это вся фотография из полосочек состоит, видите, да? Даже велосипед — это полосочки. Ну, да, все же видят, да? И вот эти юбки, они вторят вот этим вот. Да. То есть, как бы, юбки – это вот эти книги, да? Ну, и цвет тоже. Вот. Все по цвету тоже. Ну, а здесь тоже, как бы, кажется, что вот, ну, здесь мы уже говорили, как это, что вот этот вот человек, герой, который, видите, размером, тут с флагом стоит, он не просто так, он важный, а он даже больше людей и машин, что его нужно вот сюда поставить, и тогда у них все решится сразу. Да, вот интерпретация интересная. Нет, и в искусстве же клево то, что, ну, как бы, у каждого зрителя своя интерпретация. Да. А если нет интерпретации, значит, плохой произведение. Вот. А здесь, видите, то есть ни у кого лиц нет. Ну, нет лиц. А вообще странно, что монах ворует кока-колу. Вот. Ну, а там вы видите, да, что у нее лицо нарисовано на книге. Я не знаю, да? Ну, видно. Там лицо нарисовано на книге. Ну, а здесь кажется, что вот эти люди прошли, и они только что здесь прошли, потому что очень похоже. Не то, что копи-пейст, но похоже. Ну, а здесь история про ту девочку, у которой случилось зеркало, и вот, в общем. А здесь про перспективы просто. И тоже какое-то одиночество. Да. Ну, здесь, видите, там человек есть, да? Красивое место. Это у нас здесь, на как это называется, где театр Фоменко. Это философское. Да, может быть, студенческое. Вот. Очень странно, да? То есть вообще, как такое получается? Ну, здесь просто отражение, никакой глубины, то есть все достаточно просто. Здесь тоже, как называется, перспектива, да? А вот здесь тоже перспектива. То есть три разворота или четыре построены по перспективе. Здесь, видите, странная перспектива, да? То она искусственно создана на случай. Ну, а здесь вот понавалено.
То есть вот здесь навалено, и здесь. Но причем вы понимаете, что поза — это такие же элементы, как эти камни. Потому что вот эта тряпка, которая здесь в клеточку, она тоже в унисон с позами, не с камнями, то есть они тоже навалены. Вот. Ну, а здесь, соответственно, цветные полосочки, которые, так сказать, то бывают горизонтально, а то потом вдруг раз и вертикально. Вот. А здесь про желтый блок. Блок объединяет все. А здесь про квадрат. В общем, всегда есть какие-то вещи, которые эти кадры объединяют. А здесь, видите, была ровно, а потом разрушилась. Это iPhone, да? Это все iPhone. А здесь, видите, красиво, что облака такие же, как называется, овцы. То есть, что все плывет. Ну, а здесь просто деревья. Вот это красивая фотография, почему-то я люблю до сих пор. То есть, здесь кажется, что кто-то сфотографировал машину, а потом фотографию дали ребенку, и он начеркал сверху. Ну, это просто ровный пейзаж. А здесь кажется, что вот вы были в здании, вышли и видите вот это. А здесь кажется, что девочка ездит по кругу. Ну и вообще, понимаете, что она сбила меня с ног? Как это, статуя свободы отсчитывает круги. Ну, это, видите, все четверо лежат в одной большой пасти. Ну, а здесь, видите, вот собака, а здесь не хватает вот этого вот элемента, который вот здесь. Он здесь должен быть. Ну, а здесь, видите, вот спустили воду. Ну, до и после, можно сказать. Здесь тоже кажется, что это как бы это одно пространство, что эта девочка только что спустилась по этой лестнице, вот она, пожалуйста, это вынесли. А это мы видели. Ну, вот как бы вот так. Что я могу сказать? Не получилось у нас с вами поговорить про многое, про что мы хотели, но тем не менее, как бы, вот вам контакты, если вам что-то нужно, можете лайкать фотографии в Инстаграм, подписываться в Фейсбуке и, в общем, приходите на мастер-классы, которые будут через 2 недели. Вот, можете там в Фейсбуке и узнать, когда они будут.